Здравствуйте, рады мои. Кто там не рад, тоже здравствуйте. Вот смотрите, сегодня 25 апреля 2020 года. Восход Луны в 6 часов утра, грубо. А закат полуденства вечера уже. На западе Луна. В 6 утра Луна встает. А Солнце, вот сегодня солнышко встает. В 5 утра встает, а грубо в 20.00 закат. Это получается, солнышко раньше встает и раньше садится, а Луна как бы отстает. Ну, пошлите смотреть, искать эту отстающую Луну. Рады мои, небо без облачка. Сейчас я сделаю увеличение максимально. Чего мне тут телефон может увеличить. Смотреть будем с помощью щитка, рады мои, сварочного. Где оно, солнышко-то наше? Любимое. Вот оно, солнышко, тут блики, не обращайте внимания. Значит так, что нам впихивают, что орбита Луны по отношению к орбите Земли относительно Солнца как бы сдвинута на 5%, на 5 градусов. И Луна или выше, или ниже Солнца может быть на 5 градусов. Значит, раньше где-то. Это что такое тут? Вот это, наверное, Луна, рады мои. Или что-то. Или блик это. Вот Солнце. Вот что-то, или провод тут что-то сидит на проводе. Что-то, ну-ка. Камера. Точно. Рады мои. Я чуть-чуть. Вот это воробей сидит. Я думал, Луну увидел. Ой, блин, вот что-то, что бывает-то, блин. Я что-то думаю, ну надо же, Луну увидел. Короче, Луна где-то вот тут должна быть, рады мои. На час раньше. И серпик должен быть как буква, как Р. В эту сторону, как будто без палочки. Растущий месяц. Блики какие-то тут. Но нету нифига, рады мои. 5%, говорит, освещенности уже Луны. Где она тут, блин? А небо-то без облачка, рады мои. Этот блик, вот солнышко. Нифига нету. Ну, завтра еще посмотрю. Я что-то думал, ну все, думаю, Луну увидел. Сейчас посмотрю, вот, где он тут улетел. Ну все, лайки, дизлайки, комментарии. До свидания, рады мои.